Я был великодушен с вами, доктор Кристоф, но вы по-прежнему бросаете мне вызов. Ваше время в проекте Nexus истекло. Директор Фобос сумасшедший. Его надо остановить. Как скажешь, босс. Прошлой ночью я осознал, что если будут какие-либо изменения в извлечении фрагмента краеугольного камня, под угрозой будет... Будет что? Сама реальность. Черт. У нас гости. Эй! Время шоу! Будь я проклят, если это не три амиго! Открой ворота, шериф! Вы не попадете в мой город! Вы слышите меня там? Я тут главный! Я здесь босс! Парни! Брось, шериф! Ты цепляешься за остатки правления дохлого диктатора! Разве ты не слишком ценен? Ты действительно думаешь, что это все, что тебе нужно? Если мы не остановим это безумие... Сэнфорд, они идут! То ничего не останется. Здравствуй, Хэнк. Я предупреждал тебя. Что будет, если тронешься в мой город? Я не позволю такой угрозе, как ты, украсть работу моей жизни из гнозных целей. Если ты намерен уничтожить проект Nexus, то это мы должны сделать вместе. Итак, мы проведем тебя к башне. Будем сражаться до последнего. Дадим тебе контроль над этой штукой, чтобы мы остановились на том, что нас разорвет как воздушный шар. Это свиданка? Тогда давайте подарим вам счастливый конец. Пожалуйста, нет нужды в насилии. Если насилие не входит в Инамид, то почему на все битвы ты зовешь Хэнк, Джей, Уболтона?